Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм привидения. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм. Индивидуальная полиэтиленовая упаковочка. И давайте посмотрим. На Хэллоуин, на тематическую вечеринку были запечатлены костюмы привидения. Визиточка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим костюм. Комплект у нас входит вот такой вот головной убор. Прорези для глаз здесь есть. Костюм из атласа. По шее на резиночке тянется. Такая вот накидочка в форме головного убора. И, конечно же, сама накидка у нас свободная накидка, идет также из атласа, по шее идет на завязочках. Посередине у нас пришитое такое вот черное привидение для контраста. И накидка одевается через голову, сюда просовываются у нас ручки, и здесь уже идут варежки такие. Можете посмотреть, белые тканевые варежки, такие небольшие. Вот так вот выглядят варежки. Что очень удобно, ничего не видно. Асимметричная немножечко, вот так вот полукругом идет, практически длинная в пол. Ну, в зависимости от роста ребенка. Кому-то будет подлиннее, кому-то покороче. Вот, поэтому отличается немножечко, кто-то больше, кто-то меньше. Вот так вот у нас здесь все прошито, все очень аккуратненько. Вот полностью набор у нас, головной убор и такой балахончик. Если вам понравился костюм привидения, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.